Настя не только прекрасная пианистка, как вы видите, она играет без нот практически все, но и композитор. И в этом вы сейчас вновь убедитесь. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное, спасибо вам большое. На самом деле для меня самый лучший подарок – это в день рождения выступать в большом полном зале, и чтобы… Ну, это самый лучший подарок.